Уже сейчас выдвиженцы активно ведут агитацию, выпускают листовки, встречаются с избирателями. А с 20 августа они смогут начать агитацию и в средствах массовой информации. Оплачивать эфирное время кандидат обязан из своего фонда. Однако государство, учитывая значимость выборов, предусмотрело возможность выделения бесплатного времени в эфире государственных телекомпаний. К примеру, на телекомпании ФКТ на весь период предвыборной агитации в общей сложности выделено 4 часа. Это сделано для того, чтобы кандидаты донесли до каждого избирателя свои программы. Использовать это время кандидаты могут для проведения дебатов или личных выступлений. О правилах этого периода собравшимся напомнил член избиркома. Вести свою предвыборную агитацию политкорректно, назовем это так, да, не очерняя своих конкурентов, а рассказывая о тех мероприятиях, скажем, или делах, которые они собираются конкретно проводить в жизни. Агитация в СМИ начинается за 28 суток и прекращается за день до выборов. Суббота, 17 сентября, станет днем тишины.